Этот день, он и праздничный, и, к сожалению, трагичный, потому что более 15 тысяч граждан Советского Союза, наших граждан, отдали свои жизни на этой войне. Я хочу сказать слова благодарности ветеранам, прошедших эту войну, вернувшихся с этой войны, пожелать им бодрости духа, крепкого здоровья, всем нам пожелать мирного неба над головой. Я надеюсь, что когда-то придет то время, когда люди научатся договариваться между собой и не проливать кровь. Еще раз праздник.